Ага. Это мой. Ну, сейчас пойдем, сейчас пойдем. Ну, пошли. Куда? Поговорим. Макс, идем. Прекращаю. Не буду прекращать. Это прямой эфир, я не буду его прекращать. Нас люди смотрят. Прекращать. Я не буду прекращать съемку. Какие ко мне проблемы, я не понимаю. Ведите в отдел человека. На каком основании? На каком основании? Сын, иди сюда. Еще раз говорю, пошлите в отдел. За каком основании, я спрашиваю? Вы отказываетесь пройти? Какое основание для того, чтобы я мог пройти с вами? Вы отказываетесь пройти? Я не отказываюсь с вами пройти. Я просто наблюдаю, он ничего противозаконного не делает. Он вообще ничего противозаконного не делает. Мужчина, выгуляете собачку? Детенка пускай идет домой. Я его знаю. Оденьте намордник, пожалуйста, собачки. Она не такой пару. Оденьте, пожалуйста, намордник. Здесь люди, просто много людей. Нет, так оденьте намордник. Не обязательно. Это не та порода. Здесь массовые мероприятия, люди. Хорошо, пустите человека. Куда мы идем? На каком основании? Я... Установление вашей личности. У меня паспорт с собой, устанавливай. Все, в отдел идемте. Я сказал, у меня паспорт с собой, устанавливай личность. Берите, человек. Устанавливай личность. Пойдемте. На каком основании? Максим, я с ребенком. Что вы творите? Я с ребенком. Уберите телефон. Можно телефон? Разве все. Снимай, снимай, там эфир идет прям. Заблокировал? Давай, давай, давай. Что вы творите? Что вы творите? Максим, идем сюда. Идем сюда, Максим. Сейчас пойдем. Да мы сейчас домой пойдем. Все, мы домой дойдем с Максимом. Сын, оставьте меня. Сын, иди сюда. Максим, иди сюда. Иди сюда, пойдем. Я занесу. Я занесу. Еще раз не сделаю. Взял сын, пошлите. На каком основании? Скажите, вы личность хотели установить? Вы хотите личность установить? Устанавливайте, вот документ. Куда вы меня тащите? Не снимайте, уберите телефон. Я думаю, и надо говорить. На каком основании, я спрашиваю еще раз. Какое основание, я спрашиваю, для задержания? Не знаю, говорит, до выяснения личности, достаю паспорт, идите. Не берут, тянут в отдел. Проходите. Малой проходите. Со мной. Идите с малым. Пошли со мной. Вообще офигеть, беспредел какой-то, на ровном месте захватили. Что вы хотите от меня, говорю, что я нарушил? Что я нарушил, я вас спрашиваю. Что я нарушил? Ну, что я нарушил? Максим, пошли, пошли. Увели свою папу забирают. Пошли. Что папа нарушил, я не знаю. Папа, уже домой. Как ты пойдешь домой один? Я вас хочу узнать еще раз, на каком основании вы меня задерживаете? Не, сын, домой не пойдем, нас дяди вот эти не отпускают. Ну пошли, мы же в отдел идем. Ну идем, так отдел, что, в другую сторону. Мы сегодня ну пошли, иди скажи, что задержали. Я разговаривал с Ромасом, ну пойдемте. Без проблем, ну вот так вот, ребят, поснимаешь вот здесь вот немного, понимаешь,
праздник покажешь какой замечательный, добруший, как дети на аттракционах, а тут тебя хлопы в милицию тянут. Вот так вот. Бывает.